Здесь даже корова на льду выглядит настоящим асом. Предновогодний турнир на Кубок Деда Мороза собрал под сводами крытого модуля воспитанников хоккейной школы «Кузбасс» и их родителей. Многим из этих ребят нет еще и 8, а потому игра плечом к плечу с мамами и папами для них уже большая поддержка. За маленьких хоккеистов сегодня переживают не только родители, но и талисманы команд. По иронии судьбы, в первой встрече встречаются команда «Заяц» и команда «Волк». Пока «Заяц» хитрее соперника, но и «Волк» показывает зубы. Нападающая команды «Зайцы» мама Анна Семенова хоккейную клюшку держит уверенно. Правда, пока за мужем и сыном все равно не поспевает. А все потому, что папа Антон и маленький Семен хоккеем с мячом занимаются регулярно, а вот мама за своими мужчинами привыкла наблюдать лишь с трибуны. Трудная очень сегодня упорная игра была с «Зайцем», с «Волком», но тем не менее мы ее преодолели. Сейчас у нас состоится вторая игра, и весь турнир, я так понимаю, такой же напряженный будет, как первая игра. Ну все впереди, мы поехали, спасибо вам, организаторам спасибо, хороший праздник. Такой семейный турнир хоккейный клуб «Кузбасс» проводит впервые. На льду крытого модуля самые маленькие хоккеисты. Несмотря на юный возраст, ребята уже уверенно стоят на коньках, точно дают пас и умеют сражаться до конца. Дух русского хоккея, он вообще не сравним ни с чем. Это по-настоящему наша сибирская игра, которая в Кузбассе имеет большие традиции, которой уделяют большое внимание. Ну и здесь, конечно, царит атмосфера праздника и настоящего русского хоккея. Атмосферу праздника на льду дополнил и главный новогодний символ. Дед Мороз поздравил детей и их родителей с наступающим и вручил всем сладкие подарки. Я вас всех поздравляю и желаю, чтобы искорки в глазах у вас от счастливых моментов в жизни часто в следующем году сверкали. Я люблю вас, все, пошел работать. Организаторы обещают, на следующий год они обязательно соберутся все вместе, как и положено хоккеистам, на льду и с клюшками в руках. А предновогодний турнир на Кубок Деда Мороза обязательно станет традиционным. Антон Новачев, Константин Червяков. Новости моего города.